Наш оператор Валентин Янус и два сопровождающих его офицера пошли к президентскому дворцу, где до этого шли самые ожесточенные бои. Это тут надо бежать, пригинаясь. И петля. Побыстрее. Петлять не надо, просто пригнулись и бегом. Вот так и не таскивать. Она задолбала уже все. По нему стреляли? По тебе? Сейчас я узнаю, как этот кусок простреливается, блядь. Потом махну или при. Здесь стоит безопасно. Здесь нормально. Можно сейчас дойти до первой шилки, тут безопасно доходить. А вот дальше там херово, блядь. До шилки. Ну давай сделай так, откуда белый дом видно? Хоть кусочек. Да здесь не видно его. Надо да. Вот в этот дом зайти, блядь. В пятиэтажку? И там, да, и там будет отлично, он на как на руке, блядь. Так, а пятиэтажка наша? Наша. Это тоже наша. Так, откуда он бьет? Давайте сразу определяемся. Вот между домами, блядь. Вот с того дома хуярит. Вот кончается этот дом через улицу, блядь, с того угла. Вот то, что сейчас. Так, ну ладно. Стойте здесь, я узнаю все. Сейчас зайти раненый. Давай посмотрим. Наши. Сейчас я гляну, сиди здесь. Сиди, сядь. Сядь. Сядь, нахуй. Так, здесь раненые еще остались или приехал уже сосед? Один вот. Раненый один? Да, один. Мы пока едем, давай. Ты шестой роты? А, ты десанта? Да. А что делать, блядь? Ну, нет, продыхнул не давал бы, блядь. Так, иди сюда. Я тут до этого сарая доходим. Вот, сейчас раз прямой до этого сарая. Бегом, блядь, и все. А так, там уже безопасно. И потом туда обходим справа, да? А? Справа обходим. Я покажу, вот сейчас до этого сарая доходим. Так. Да, надо прикрыть. Вот эту хуйню прикроете и за броню вот сейчас сядете. Да, и за броню прикроете, блядь, и пиздец. Да, понял, да? Да. Дай пройду. Да.
Так, теперь сейчас... Привет, Орел, давай поздороваемся. Так, вот этот наш? Должен быть нашим. Ну, так, то десантники его берут, то отдают, то берут, то отдают. И он с того дома у нас долго постоянно. Он с красным, разбитый, да. На мозг разминаемся. Вместо зарядки пулемета. Сгоревшие, да, постоянно то духи его забирают, то наши выбивают их. Десантники приходят, духи ночью заходят за этого с гранатометом мочат по нам. Гранаты бросают по нашим. Потом они отступают, сейчас вроде десантники опять забрали. С Белого дома вот с этого, или с дворца постоянно ведется огонь, пулеметы. Они простреливают прямо вот этот наш весь квартал. И мы вот постоянно, сколько их не выбиваем из подствольников, пулеметов, но все равно не берем. Вот этот конференц-зал... Пристройка маленькая. Так. Оттуда подбили мою БМП. Она первая шла. Даже видно. Да там можно сюда выглянуть. Ага. Вон, выгляните. Вот на дальней камере. Нет, там нормально. Сейчас они не стреляют. Только мы сюда стрелялись, они подбили передовую машину. Экипаж, правда, целый остался. И вот эти вот танки стоят. Стреляют немножко. Ну, дай-ка пулемет сюда. И вот они постоянно стреляют, подбили у нас машины, правда, наводчик не спасся, загорелось, боекомплект рванул сразу. Так, куда снимать? Ну вот это переходящее здание, вот там дальше красное здание, оно паршиво, тут видно. Тут. Ничего, я наезжаю оптикой, нормально. Ага. Вот это они постоянно оттуда снайпера и гранатометчики стреляют тоже. Ну а что, здесь в принципе не скучно, нормально, весело. Да, да он уже замучил этот пулемет. Да. Вот благодаря этому командиру, Саша его зовут, как ты должен, назовите? Зам командира полка, подсказка работает. Вот все эти точки, которые я прошел здесь в Грозном за один день, да, я очень благодарен. И считаю его одним из авторов того фильма, который когда-нибудь может состоится. Спасибо им большое. Он провел меня по самым горячим точкам, может быть, и по самым, но для меня горячим. Я впервые в такой обстановке, где очень трудно, страшно. Но я горжусь, что у нас есть такие солдаты. Через несколько минут после этого оператора телевидения Валентина Януса и гвардии майора ВДВ Александра Осадчева не стало. Они погибли от пуль снайпера почти одновременно. Около БМП остановитесь, присядьте, понял, да? Вот этого? Да. Подождите так. Мы бежим вот этой трубы, видите? Труба, да. Видите? Да. До трубы за БМП, потому что там бугорок, там оттуда прострел. Хорошо. Садитесь за бугорок. Мы все туда собираемся, а потом я дальше... Хорошо. Пригнитесь.
меня. Он убил меня. А? Он попал в меня. Сейчас, тихо, не надо. Куда? Куда попал? Я сам побегу, подержи. Куда попал? Я добегу туда сейчас. Подожди, надо бежать. Надо уйти отсюда. Ай, все. Он убил.